Ну, во-первых, шок, конечно, был. Во-вторых, я четко понимала почти сразу, что никаких больших протестов не будет. Объясню почему. Первое. Основная часть тех, кто был мобилизован, это люди периферий и малых средних городов. Там вообще протестный потенциал никакой. И, ну, сказали идти, люди идут, да еще за свои бронежилеты покупают. Надо так надо, как так часто и надо, да. И это некая покорность. Часто. Это я уже говорила на другой программе, что там не сопротивляется и семья, потому что обещали большие деньги. А в перифериях зарплаты, сами понимаете, какие. И откладывают. Эти же люди очень сильно обвешаны потребительскими микрокредитами. Очень сильно. Многих по 4, по 3, по 5 кредитов. Платить особо не из чего. И для многих это выход.